Милане нравится обруч. Это, наверное, цвет настроения синий, да? Чего, с вами я запуталась? Это его забыла. Был? А какой? Вот такой малыш. Это девочка, это мальчик. Всем привет, сегодня у нас вторая часть. Угадай, кто здесь какой. Всем привет, сегодня у нас вторая часть, мисс Николь. Угадай клип мисс Николь. Да. Всем привет, сегодня у нас вторая часть, угадай клип мисс Николь. Ну что, начнем? Да. Давайте посмотрим первый клип. Включаю первый клип. Внимание на экран. Ну что, девочки? Цвет настроения золотой. Кидай дальше мячик. Даша, ну что, будем смотреть следующий клип? Да. Ну что? Газонок, ковёр. Мила, мила. А, тебя Даша зовёт. Иди скорее. Иди скорее. А Милана смотрит в камеру, как мы снимаем Дашу. Поэтому ее сейчас нет в кадре. Милане нравится обруч. Да. Ой, тихо. Ну что, может быть, посмотрим следующий клип? Да. Ну что, есть предположение? Да, иду к тебе. Куда Милана пошла? Наверх. Милана, ты что, не будешь дальше с нами снимать челлендж? Похода нет. Милана решила пойти посмотреть мультики, поэтому челлендж мы уже будем снимать без нее. Да, Даш? Да. Ну что, предлагаю продолжить наш челлендж. Ты готова? Да. Включаю. Ты чего, с вами я запутаюсь? Это его забыла. Был? А какой это клип? Ухожу на ковёр. Я думала, ты не угадаешь. Молодец. На что, как ты думаешь? Цвет настроения золотый. Да, по-моему, твоя любимая песня мисс Николь, да? Поэтому да. Ты сразу угадала. Цвет настроения золотый, цвет настроения золотый. Вообще-то нравится розовый. Цвет настроения розовый, цвет настроения розовый. Включай. Да, я включаю следующее, а ты смотри на экран. Ну что, как ты думаешь? Танцуй со мной. По-моему, ты угадала. Даша, кто это? Котенок. У меня их два. Принеси еще второго котенка, посмотрим. Вот такие у нас милые котятки. Сейчас Даша еще принесет второго малыша. Вот такой малыш. Это девочка, это мальчик.
Видите, какие милые малыши. Да. Он такой милый. Ну что, предлагаю последнюю заготовочку на сегодня угадать. Ты готова? Да. Включаю. Это, наверное, цвет настроения синий, да? Нет. Какая? Это цвет под мясникой. Если вам тоже понравилось это видео, то ставь лайк и подписывайся на мой канал.